Привет, друзья! Ну, наконец-то настал тот день, когда мы отпускаем Машу на волю. Выбрали хорошее место для нее, дубовый лесок, недалеко от города. Грустно было ее отпускать, очень привыкли к ней, конечно, но никуда не денешься. Птица должна жить на воле, летать в небе, особенно хищник. Очень ждали этого момента, особенно наша Маша. Последнее время она все больше и больше смотрела в окно, хлопала крыльями, нарезала круги по комнате, садилась на люстру. Ну, зов природы ее манил. Так что это не комнатный попугайчик, ее нужно отпустить. Не успели мы открыть сумку, как Маша рванула, как пробку. Полетела на самое высокое дерево. Так быстро все произошло, что даже наши операторы толком не успели все заснять. Мы еще какое-то время стояли на поляне, смотрели в небо, свистели, в надежде, может быть, она прилетит. Ну, какой там. Маша, как увидела небо, такую высоту, она уже нас не слышала. Правда, пару кругов возле нас сделала, пролетела и скрылась. А мой друг Витя стоял посреди поляны, смотрел в небо и кричал: «Маша, Маша!» А моя жена пошутила: «Ага, а тебе сейчас с неба. Витя, Витя!» Домой ехали, какое-то странное чувство было. Вроде и грустно, и вроде радостно. Радостно, конечно, что наконец-то она получила свободу, увидела небо, которое ей, наверное, снилось во снах. Ну, а грустно, потому что сильно привязались к ней. Последние дни Маша, как специально, летала по квартире за мной следом, садилась где-то рядом или вообще на меня и смотрела, что я делаю, или просто смотрела мне в глаза.